Привет всем на моем канале, меня зовут Деркачук Руслан. Сегодня я хочу вам поделиться своим новым проектом, который вот-вот, в принципе, сегодня доделал. Давайте посмотрим, что же получилось. Как вы поняли, то есть из названия это долбежник. Вот, поделюсь просто с вами мыслями, то что уже как бы я, так сказать, давно уже его планировал сделать. Но, как всегда, знаете, работа, заказы, да и в принципе, как бы в голове я носил чертежи, как что сделать, но не до конца, как бы я понимал, что я хочу, и как бы я его сделал. Вот. Но я понимал в том, что пантроутер, как бы так сказать, немножко сложноват в изготовлении и дороговат. Этот немножко аппарат будет дешевле. Вот, и поэтому и немножко проще его изготовление. Хотя я некоторые то есть, моменты позаимствовал именно у пантроутера. То есть что я сделал, то есть, ну, скопировал как бы, и перенес. Так это настройка фрезера с подъемом с помощью шестеренок, две направляющих шпильки, которые одновременно тянут фрезер вверх и опускают его вниз. Настройку я сделал на линейных направляющих с линейными подшипниками длинными, вот, для того чтобы была жесткость у него, вот. Ну и уже в принципе уже его и ход, и не только, то есть как бы по Y ход вперед-назад по линейным направляющим, то есть это я говорю об этом, но уже и как бы об этих вещах, то есть что у него ход. И у него как бы достаточно большой ход. Ходит очень мягко. Вот. И в принципе все как бы похоже на как уйдет у пантроутера. Основание, ножки, полка снизу, для чтобы можно было сложить какие-нибудь заготовки или струбцины и все остальное. Узел, как бы, который двигает эту заготовку, да, по X и по Y, это вот так просто сделано. Вот таким вот способом. Очень легко. Вот такое вот как бы решение я привел к этому. Но уже более просто так, ну и так, как бы сказать, идею вынашивал, но потом уже просто появился клиент, который говорит, ну давай сделай мне этот, знаешь, вот такой вот станочек. Потом, хотя многие как бы об этом говорили, ну просто реально как бы, чтобы сделать какой-нибудь новый проект, да, потому что многие там просят то одно, то другое сделать. Я понимаю просто, что сделать-то я сделаю, но иногда нужно просто иметь вдохновение для того, чтобы его сделать. Чтобы прорисовать это все, просчитать, вот. Ну и потом, конечно, собрать и настроить это все дело, чтобы оно все работало идеально, максимально идеально. Потому что в любом случае, как бы, станок-то сделан не из металла, есть из дерева, да, есть какие-то, в любом случае, небольшие качения могут присутствовать. Вот. Ну, в принципе, как бы для столярки это не так страшно. Вот я уже сделал заготовки, только что я фрезеровал. Вот, и в дальнейшем, там сейчас по настройке, я это все покажу. Все классно вставляется. Вот. Нет никаких перепадов, как, если даже не имеет значения, как ты будешь вставлять заготовку, перевернешь, не перевернешь, его здесь нет. Вот. Узел по настройке, то есть паза, я сделал, там в дальнейшем видео покажу. То есть изначально как бы я делал здесь ширину паза, то есть порушенную, где-то 100 миллиметров. На данный момент у меня стоит фреза 12-ка и проушина получается 112 мм. То есть это, я думаю, что это будет вполне достаточно для такой вот как бы длины. Не всегда, в принципе, используется такая проушина, но можно ее здесь сделать. Некоторые даже умудряются на таких вещах делать врезку замка. То есть пересунул и ты дальше протянул. И поставил, допустим, 16-ю фрезу, вот, под саму, то есть,
дверной замок, или там 18-ю, и профрезеровал сразу, потом сделал углубление. Здесь ход, в принципе, как вы видите, да, я тоже приблизительно делал, по-моему, его, если не ошибаюсь, 11 сантиметров. То есть в любом случае, как бы с такими возможностями, да, можно сделать фрезеровку замков. Просто поставить сюда фрезу по длине, да и все. Ну и с перестановкой придется это все-таки делать. На самой заготовке. Но можно. Ладно. Хорошо. В общем, результатом я очень доволен. Не надо будет себе точно такое же самое сделать. По-любому. На этом буду с вами заканчивать. Всем пока. До новых встреч. С вами был Руслан. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. И поделитесь моим видео с друзьями. Обязательно. До новых встреч. Пока. Хорошо. Смотрим дальше. То есть более подробный обзор. Настройку. И что да как. Так вот. Сделал немножко, то есть, инструкции по настройке. Брусок у меня здесь идет 50 на 26. Здесь я отступил по сантиметру от края. Ну и соответственно, то есть уже паз будет именно 40 миллиметров. Хотя, в принципе, здесь в этой долбежке настраиваем размер любой. Это будет, то есть он не работает не по шаблону, а работает уже по настройке любой ширины. Пусть это будет паз порушенный, там 42 мм или 43 или 44 мм, не имеет значения. Сейчас я это все покажу при настройке. То есть изначально я прорисовал, где у меня должен быть паз, для того, чтобы настроить этот станок. Параллельный упор у меня идет здесь со ступенькой. Вот. Что сверху, что снизу. И он вставляется как на эту сторону переворачивается, как и на эту сторону становится. И он у меня идет плавающий, для того, чтобы где-то, может, чуть-чуть надо поднастроить. Вот. Дальше. Здесь присутствует также такая вот опорная линеечка, которую я подвигаю, допустим, чтобы зафиксировать еще здесь с другой стороны дополнительно. Потому что все-таки, когда фрезеруешь паз, ну, я замечал пантроутера, то может быть, то есть возможность заготовки чуть-чуть сместиться в сторону. Потому что нагрузка идет на заготовку при фрезеровке и, соответственно, то есть может смещиться. Поэтому уже как бы я беру из предыдущего, то есть как бы опыта по фрезеровке торцов и вообще как бы проушен. По сути, как бы это такая верхняя настроечка. Понятно, что настройка самого, то есть фрезы, производится с помощью шестеренок, вращение, то есть поднимание вверх или низ заготовки. Здесь стоит шпилька, вот она, одна и вторая. То есть, чтобы я изначально думал, может, с одной стороны сделать шпильку, но чтобы не было перекосов и нагрузки на подшипники, когда тянешь с одной только стороны, то я сделал две шпильки. Вот. Соответственно, две шестеренки, они одновременно вращаются, и поэтому поднимаю, то есть фрезер вниз и вверх одинаково. Задний узел покажу. Все очень просто. То есть настраивается, опять же, такими линейками с пазами, которые, да, они ходят туда-сюда. Вот, соответственно, перегородка, которая здесь стоит, она упирается в линейку и уже дальше не идет. То есть я уже буду подстраивать себе впереди, под фрезу смотреть, куда она у меня. Фреза упирается в карандаш. Значит, я подвожу себе упорную линеечку, поджал ее барашечками. Вот. Ну, это уже фиксация вообще ноль. То есть, ну, в смысле, не езди. Вот, потом покажу по глубине, то есть фрезеровка по глубине. Тоже здесь есть линейка, барашка откручивается, и здесь вот ты ее оттянешь, прикрутил, есть возможность рукой здесь достать и подкрутить. Вот, и все, уже как бы тебя туда она не пойдет дальше.
Там здесь вкручен болт, он входит в этот паз. Когда фиксируешь барашка, и уже просто не дает возможности дальше уже его, то есть, передвигаться вперед. Все, это весь как бы узел настройки. Изначально я, может, даже думал сделать какой-нибудь шаблон, допустим, да, там 40 мм, 50 мм, там 60 мм, 80 мм. То есть это будет куча шаблонов. Куча будет всяких, то есть, деревяшек, вот, которые будут вставляться, то есть, и, конечно, не будут задавать определенный свой размер уже сразу. Ну, я думаю, что просто оно как бы не надо. Лучше всего, как из моего опыта, сделать уже настраиваемый шаблон. Вот. Даже, в принципе, по сути, как бы сюда заготовочку вставил, да, там длины, там, допустим, там 40 мм, раз вставил его, поджал, все, и у тебя уже есть, то есть этот шаг, который ходит, да, он уже будет 40 мм. Или это будет 80, то есть любой обрезок взял, порезал, вставил, зажал, все, и у тебя уже здесь как бы будет по шаблону, шаблонно работать. То есть это такой вот узел. Теперь хочу немножко технически показать, что, то есть, ну, что я сделал здесь, да. Из того, что у нас имеется, так уберу провод. То есть он ходит везде на линейных направляющих, сделал, то есть здесь идет линейные подшипники и линейные валы. Вот. Как ось Y, как ось X. Вот. Соответственно, это дает возможность и жесткость, и точности станков, потому что я делал такой станок на направляющих от мебельных, это все полная ерунда. То есть оно, эти шарики забиваются пылью, и в итоге оно не работает нормально. Подъем так же само я здесь оснастил на линейных направляющих с линейными подшипниками. Вот, для того, чтобы было максимально точно и жестко. Добавил я здесь и ребра жесткости. Вот, достаточно, то есть внутренние на стенку, чтобы она не играла нигде ничего. Плюс еще здесь идет Т-образный паз. Вот, он тоже идет, свою жесткость дает. В общем, оно завязано все на шипах. Там немножко я видео снимал, это все покажу. Не слишком много всего там. Вот. По столику я позаимствовал у Пантроутера, только немножко я его увеличил и немножко модернизировал. Наклон стола я не стал делать. Такая вещь, что не очень часто надо, но и она как бы немножко уже создает какой-нибудь там люфт. Здесь я добавил прорези для струбцины, чтобы можно было струбцину засунуть. И зафиксировать деталь, то есть с внешней стороны. Вот. Ну, уже как бы вижу из своей практики и работы, что я использую такие вот шипы, там на царге, на кровати самые широкие, там, если там царга широкая где-то там 160 мм или 200, то есть как раз паз на 100 мм хорошо, и внизу и вверху по болту добавить для соединения как бы головы или ног. Также я добавил сюда здесь и пусковую кнопку, розеточка под фрезер, чтобы это было удобно. Такая пусковая кнопка, она дает, конечно, возможность безопасности. Хоть там на фрезере есть кнопка, но мало ли что-то случится и надо быстро выключить, то здесь всегда есть кнопка стоп, ты раз ее и выключил, и все. Так, теперь хочу показать узел, который я сделал для передвижения, толкания, то есть самого стола. То есть это идет рычажная система. То есть вот так вот она сделана. Все очень просто. И удобно. Получается очень хорошо, что сам фрезер, он вот именно далеко отходит, знаешь, то есть уже безопасность как бы рукой, то есть чтобы снять заготовку с этой зоны, то есть есть большое преимущество у этого. И ход самой, то есть части здесь приблизительно, то есть вверх-вниз, вот, я ее не делал как бы узкую, но сделал где-то приблизительно 75 мм тоже. То есть он поднимается. То есть от стола. Ну, где-то 70 мм. Вот, фрезу можно, в принципе, по желанию поставить разную.
Вот. Я в основном пользуюсь 12-кой. Как-то так привык к ней. Можно и 14-ю, 16-ю поставить. Фрезер позволяет. Мощность фрезера идет 2,2 кВт. Сейчас сделаем пробную настроечку. Настройку и фрезеровку. Заранее я вам показывал уже брусочек, на котором есть нарисована, то есть уже порушена, которая должна у нас быть в заготовке. Вот. Еще вот это вот отодвигание, то есть оно помогает, то есть, что, то есть, ну, что хорошо, то можно заготовочку сюда, то есть, подсунуть подальше, для того, чтобы можно было бы, для того, чтобы можно было использовать вот такую вот обычную струбцинку здесь. Это для того, если у кого нету вот таких вот S-образных струбцин. Просто у меня такая струбцина осталась от Makita, то есть подружной пилы. Ну, как бы она подходит и под Festool тоже. Вот. Но есть у меня еще струбцинки вот такие, фирмы Picher, это Испания. Очень классные струбцины. Покупал я их в Vita Tools. Внизу в описании я дам ссылочку. Вот. Фрезер, сам фрезер штурмовский я покупал у компании DAS Instrument. Вот. И тоже ссылочку дам в описании. Можно зайти, познакомиться и, конечно же, купить фрезер. Саму комплектацию, то есть я уже изначально говорю, что будет комплектоваться таким фрезером. Почему? Потому что цена как бы и качество. Вот. Если кто-то хочет что-то подороже поставить сюда, то мы можем это обговорить. Просто этот фрезер у него очень удобно, у него ручки снимаются, и он более компактный. И у него мощность идет 2,2 кВт, вот, плавный пуск, вот, и поддержка оборотов. То есть у меня получается хорошо, что есть вот такие вот струбцины, тоже они очень хорошо фиксируют. И с помощью вот этих отверстий можно фиксировать заготовку. Если она длинная, то, конечно, можно ее обойтись без таких струбцин, если их нету. Закрепить заготовку впереди и сзади. То есть это позволяет эту возможность. Плюс здесь еще есть дополнительные гайки забивные под барашки. Теперь здесь есть еще одна опцию, которую я сделал. Сейчас покажу. Здесь есть вот такой вот транспортир. Я не делаю гравировки там под углами. Вот. Ну, как бы не имеет смысла. Можно на торцовке отторцевать, то есть заготовку там 45 градусов, 30 градусов, допустим. Ну, вот так вот, да, допустим, там 30 градусов. Вот. Вот эта плоскость, она параллельна вот этой фрезе. Ее можно вот так вот приложить, эту заготовку. Вот. Здесь есть вот такой вот шток на 20 мм. Вот. Закрутить сюда можно барашечку. Вот. И уже как бы это транспортир. То есть вот эта вот получается часть, она служит как опорой для фрезеровки, допустим, паза под углом. Можно использовать еще вот эту вот линеечку. Вот так вот. Для удобств. Если, ну, позволяет возможность это сделать. И также обязательно нужно зафиксировать это струбциной дело. Опять же, это можно сделать, зафиксировать с помощью отверстий. Вот так. Струбцина вот это вот очень хорошо зажимает. Где-то приблизительно 150 кг. Если нет такой струбцины, можно зажать со стороны, чтобы войти в фрезеровку сбоку. Теперь я покажу, как настроить заготовку под фрезеровку проушину. Мы сейчас это все уберем и поставим назад параллельный упор.
Здесь есть две линии, куда можно вкрутить барашки. Все зависит от того, какая широкая заготовка и насколько ее нужно, то есть, сдвигать этот упор. Поэтому присутствуют две линии, то есть забивных гаек, куда можно вкрутить их. Куда можно вкрутить сами барашки. Обязательно упор должен упираться сюда, в середину, то есть к этой передней части, для того, чтобы было 90 градусов. Дальше я буду подводить фрезу. При таких настройках я рекомендую фрезер отключать. Все, здесь я сейчас выставил вот этот край, режущий край, по краю самого карандаша. В задней части я откручиваю эту барашку, подвожу ее и фиксирую. Так же самое я делаю аналогичную настройку с другой стороны. Дальше я уже делаю настройку по высоте. Отвожу фрезу, ставлю ее вертикальное положение, режущие кромки сверху и снизу, для того, чтобы можно было увидеть, насколько мне нужно поднимать. Все. Дальше можно сделать настройку по глубине. Ну, допустим, вот так вот будет. Приблизительно, то есть конец фрезы, оно относительно вот этой режу, то есть планочки я так выставил. Вот. Потому что планочку я саму буду выдвигать. Ну, допустим, у меня паз там будет глубиной 20 мм. Раз я там поставлю. Либо 25. Чуть-чуть запасик оставляю на клей, и все. То есть у меня заготовка уже настроена. Теперь нужно зафиксировать деталь. Когда она выступает, соответственно, есть возможность спрятать саму штангу. Теперь делаю два маленьких касания по краям, и чтобы посмотреть правильно, я сделал настройку. Включаю фрезер. Так, хочу показать, что настройку сделал неверно, потому что фреза, то есть, ну, по самим краям нормально, да, но она, нужно ее немножко опустить, потому что она вот слишком поднята вверх. Что мы и сделаем. Теперь попробуем немножко заглубиться. Сейчас хочу показать вам. То есть и здесь нормально сюда доходит, и уже ходит по линии вверх-вниз. Все отлично, все хорошо. Можно теперь делать фрезеровку. Теперь можно посмотреть на проушину. Все, заготовка готова. Как вы видели, фрезеровка происходит у нас по зигзагу, то есть вход фрезы. Еще один момент я хотел поделиться с вами. Когда мы делаем много деталей, мало ли что, то есть, может, фрезу не настроили посередине. Я всегда ставлю, допустим, там крестик, либо галочку сверху,
То есть, что эта деталь у нас лежала именно кверху, сверху всегда. То есть, я ставлю именно то есть, знак себе. Вот. И когда я уже, допустим, стыкую детали, то я стараюсь, чтобы это всегда было кверху. Тогда, ну, если какую-нибудь ты, ну, там, долю там неправильно настроил, то оно всегда будет сходиться в уровень. Сейчас мы сделаем фрезеровку другой детали вот, сбоку, чтобы эту стыковать. На этой детали я тоже отметил, что это у меня вверх. Допустим, просто я делаю импровизацию. Вот. И у меня вот таких вот заготовок, то есть большое количество. Сейчас я вам хочу показать еще фишку, то есть когда много заготовок, и ты фрезеруешь пазов. Сейчас я, допустим, переключу немножко дальше, то есть перекручу барашки, для того, чтобы упор я мог немножко сдвинуть в другую сторону, вот так вот сюда. Проушину мы сделали с торца, теперь нужно сбоку сделать. Ну, допустим, не с краю. Если бы это было бы с краю, если это, ну, допустим, эта царга была бы стульчика, то я бы упор не сбивал бы. Я бы сразу так вот сделал бы фрезеровку здесь сбоку, и получилось бы вот такое вот соединение. То есть это царга, а это ножка. То есть это вот так вот. Но если, допустим, надо сделать где-то там дальше заготовки, ну, например, там это пусть будет там 50. Опять же, я стараюсь всегда делать кратное, то есть число, ну, именно проушины, там, 30, 40, 20 миллиметров. Сейчас мы отступаем 10 миллиметров. Делаем зарисовочку, где у нас начинается паз. Ну, и уже, в принципе, подводим. Не забываем, что нужно фрезер выключать. Для таких вещей настроек. Фрезу мы провернем. Я почему скажу, что почему включать, потому что эти китайские как бы кнопки, я им не доверяю, они бывают, сами срабатывают. Поэтому говорю, из опыта показываю все. То есть толкаю его в крайнюю точку, где он упирается. Вот. И тут уже надо будет убирать фрезеровку по глубине. Я сейчас ее немножко уберу. Нам нужно зайти сюда. Так, крайнюю точечку. По высоте у нас уже настроено. Все. Как бы там я подвел, теперь фиксирую упор. И уже серийно я постоянно эти заготовки упираю в упор. Все, они у меня уже постоянно идут сюда. Вот. Также здесь можно использовать же саму эту упорную линеечку. У нее здесь есть возможность. Либо вообще лучше по краю фиксировать ее. Тогда она будет ровно чувствоваться здесь, что все. И вот тут вот поджать с задней стороны и брусочек то есть подпереть. Либо с этой стороны. Ну, с этой стороны не получится, потому что будет мешать. Либо фрезу отодвигать дальше немножко. Вот. Это если у вас нет таких вот струк самосообразных. Когда она есть, то уже проще. Делаем фрезеровку. Фрезер надо включить. Пошел, быстренько сделал шип.
Сейчас я перевернул на другую сторону. Вот. Тоже идеально. То есть из-за того, что выставил я заготовку посередине паза. Все, то есть крути, не верти, она все нормально. А вот карандаш видно. То есть 50 миллиметров отверху. Так. Ну, в принципе, по настройке я показал вам и рассказал немножко. Вот. На этом будет все.